50 тысяч на карту тебе пришло, извините, блядь, $1000 так, пришло ну, чё, тебе. Народ, чё, народ, как дела? Ну чё, он как залаг... вы там чаёк пьёте? У кого зал... есть чай, заваривайте, будем пить чай вместе. Ебать, типа. А канал называется? Где лысый? Нет лысого. Так, посмотри, баланс. Всё, пришло, всё нормально пришло. Блядь. Проверил я карту. Да канал сколько... называется Хозяй. Хозяй. Если кому интересно, переходите. Хозяй, блядь, у тебя другой канал здесь называется. Ферма. У меня здесь поля, луга, леса. Всё чётко. Ебать, тип, нахуй. То есть я держу... У меня вот из живности только кошка одна. Подождите, мы должны добить его. Тебе пришло 50 тысяч. Тебе пришло 50 тысяч. Посмотри баланс. Посмотрел. Вот он баланс. Тебе пришло 50 тысяч. Спросите у него. 50 тысяч не пришло. Посмотри, блядь, скажи, посмотри. Я упустил эти 50 тысяч. Не может быть, нахуй. Подписывайтесь, кому интересно. Баланс проверю. Сука. Сука, блядь. Деревенский хозяй. Дайте его номер, нахуй. Просто, ну, писать хозяй. Хозяй. Как это, блядь? Пусть посмотрит, точнее. Пусть посмотрит, блядь. Не может быть такой хуйни. Блядь, сука, нахуй. Проверь, пришло я ли... Я буду рассказывать про свою ферму. Короче, ферма у меня такая. Смотрите, у меня здесь поле. С той стороны у меня лес. Ну, лес с той стороны. С той стороны у меня луга. Вот. Там вот есть река Самарка. Сука, блядь. Сука, блядь. Проверь смски, открой телефон. Пришло, пришли ли тебе деньги, блядь? Тут реально хозяйство. Хочу... Он заебал, блядь. Сейчас продублирую ссылку, пацаны. Я продублирую ссылку, чтобы все начали писать про эту хуйню, блядь. Кого угодно. И, конечно же, блядь. Мне не хватает. Много чего не хватает. Сколько денег на балансе? Я не знаю, я не могу проверить, братва. Я не умею. Так что, о! Если кому интересно, подписывайтесь на мой канал, у меня канал очень интересный. Что, блядь? Канал он не умеет? Хозяй. Городская жизнь, деревенский хозяй. Так он не умеет, блядь, баланс проверять даже, нахуй. Так, сколько денег собрал? Баланс. Давай, говори баланс. Давай, бородатый, нахуй. Ебаш! Я жду, блядь, сколько денег всего. Давай. Давай, загружайся, сука, бородатый. Загружайся. Нет, вообще-то бабла мало, пацаны. Бабла мало. Сколько мало? Но все-таки неплохо. Мой канал называется «Хозяй». Да он что, охуел? «Городская жизнь, деревенский хозяй». Да он что, охуел, блядь? Заходите на мой канал, у меня здесь ферма. Я поднимаю один свою ферму. То есть с нуля. Я когда покупал этот дом... 4909, я правильно отослал карту? Тут было... Тут, 4909, блядь. Я приехал, быть этого не может. Заросло. Огромными кустами. И мне приходилось все это вырубать, вычищать. И вот сейчас уже есть запрос. Ваня, дай мне транзакцию и именно информацию по чеку. Уже много чего сделал. И видео включаю. Запиши. Захват экрана запиши, сейчас, что ты скинул. Именно баланс там. Зайди в свой Сбербанк. Называется канал «Хозяй. Городская жизнь. Деревенский». Пиздец. Пиздец, блядь. Пиздец. Это полная хуйня. Зайди в Сбер. Зайди в Сбер. У тебя там 500 рублей. 50, а не 500 тысяч, сука. Так, сколько денег, проверь, пришло. Пришло, пацаны, пришло. Сколько денег пришло? Конкретно. Я даже не знаю, пришло или нет. Так вот ты вообще... Что, конченый, блядь? Сколько денег на балансе, блядь? Ребята, у меня здесь ферма. Я уже 25 блядь, раз. Ну это полная хуйня, блядь. Не знаю, нет, наверное. Да посмотри ты, что ты улыбаешься, блядь. Смотри баланс. Вот моя карта. Нет, наверное, блядь. А может, да, блядь. Сука, нахуй. Цирк устраивает, блядь. Да он цирк устраивает. Денег пришло. А как я включу и посмотрю? Ребята, я не знаю. Так, у меня все-таки есть карта. В СМС как спросите. Что вы вот? В СМС как напишите. В СМС как есть 50 тысяч. Было уведомление про 50 тысяч. Сука, нахуй. Так, сейчас. Нет, не буду ходить. Блядь. Сколько пришло? Купи шкаф, пацаны, вы гоните, пишите ему про 50 тысяч и купи шкаф, ебать. А, блядь, сука, так. Нахуй. Так. Меня эта хуйня прям бесячая, блядь. Меня не люблю эту хуйню, блядь. Почему человек, ему прям пишут конкретно, блядь. Не, я все понимаю, может быть такое, что он очень далек от этой всей хуйни. Сейчас 5 сек. Давай, мы ждем, блядь! 5 сек нахуй.
Извините, блядь, 50 тысяч на дороге не валяется. Я тоже, блядь, извините, нахуй. Два поста в телеге делаю. Охуели, что ли? Первая страница. Через Тинькофф кидал. Вот, пацаны. Сальник Иван. Это Иван Геннадьевич. Это лысая гнида. Вот, пожалуйста, блядь. Не знаю, как качество там, заебись, не заебись. 51 740 с 1740 рублей. Это была комиссия, блядь, чтобы скинуть на Сбербанк. Я думаю, что вы, блядь, мне поверите. Нет, нахуй. Ну я хуй его знает. Ну я говорю как правду, блядь. Я в ахуе. Я в ахуе, просто я в ахуе. Я в ахуе, блядь. Ну как? Ребята, не, ни хрен с ним уже надоел, ни хрен. Потом люди скажут, что я всех подъебал, блядь. Нихуя. Так, народ, парам-парам-папам. Вот что? Опять борода здесь. Канал называется «Деревенская жизнь». Ты, блядь, пошел баланс смотреть или в туалет, нахуй? Так. Тебе 50 тысяч отправили, проверь карту. Сука, нахуй. Напиши сообщение «Баланс» на номер 900. Красава, парень. Так, смс. Пришло смс? Нет, не пришло. Давайте, да ждем, ждем смс. Да вы что, ебанулись? Сука, блять. Тебе должно было прийти 50 тысяч от известного человека. Проверь баланс. Да не надо писать от известного. Просто проверь карту. Тебе пришло или не пришло, блять? Как до него достучаться? Тебе сейчас я посмотрю внимательно. Давай, давай. По смс-кам конкретно. Пополнение. 50 тысяч, нахуй. Пришло или не пришло, блять? Блять. Как я ему позвоню, пацаны? Как я ему позвоню? Да никак я ему не позвоню. Как? Венера. Так. Я сейчас опять повторюсь. Мне же надо что-то говорить. У меня деревенский канал. Так понятно. Все, давай номер. Так. Ну если должны прийти, то придут. Да ты что, охуел, блядь? Они пришли уже. Венера, не лази тут. Не, тут опасно. И вот 1 рубль от Максима Андреевича. А дальше? П. Дальше. Максим 1 рубль скинул. Сколько дальше тебе скинули? Так, проверь баланс. Проверяю. Ну? Ну? Блять, Венера, съебись. Венера! Ну? Пока не пришло. Пока 50 тысяч не пришло. Да не может быть этого, сука! Как, буду пацаны? Ждать. Дай номер 900 на телефон. Ой, блядь. Куда дел 50 косарей? Блядь. Ребя, у меня канал называется «Хозяй». Так. Я не знаю. Я клянусь, все, блядь. Все, открыл я баланс, сейчас буду смотреть. Давай. Давай, нахуй. Давай, блядь, не пришло, сука. Давай, говори, нахуй. Серпом тебя въебу, нахуй, если не пришло. Просто, блядь, разъебашу в этом поле твоем, нахуй, вместе с твоими курями, блядь, нахуй, блядь. Давай. Покажи баланс, блядь, телефона, общий счет карты мне нужен. Ну как же так, блядь, как же так получается, блядь? 20 минут назад. Не 20 минут, ну. Ну. Пришло? Что ты смотришь? Что ты смотришь туда? Сейчас я пытаюсь включить, ребята, я пытаюсь включить. Давай включим. Не так сильно на меня не давите. Да мы не давим, не. Я аккуратно, ебать. Я не давлю, я сейчас продавлю тебя, если ты будешь хуйню нести, блядь. Не, базар ноль, я не хочу лишнюю хуйню там наговорить, он нормальный мужик. Канал называется у меня «Хозяй». Да при чем тут? Канал называется «Городская жизнь, деревенский хозяин». Сука, блядь, надо... Не хозяин, а городская жизнь. Сейчас я проверяю, но у меня интернет не работает. Пизду, нахуй, у него интернет даже не... Код ошибки какой-то. По нахуй! Я не знаю, не могу зайти на баланс. Блять. Проверить баланс не могу, купи слона, беру. Какого давай. Нахуй? Да Сколько денег на балансе? Я не знаю, у меня нет денег на балансе, у меня нет интернета. У меня интернет только проводной. Сколько в СМС, посмотри СМС-уведомления. Пришли ли тебе 50 тысяч? Нет, СМС смотри. Вот, давай. Давай, красава, пацаны. Вот, блядь, знают, как писать ему, нахуй. СМС смотри, блядь. СМС смотри, сука. В
все смс-ки, блядь.